Подержи. Вот такое факельное шествие по зиме. Такое происходит каждый день. Ой, каждый год на 9 мая. Такого вы нигде не увидите в Украине. Вот так все с факелами шагают на стелу, на гору Кремянец. И потом там будет салют. Большой, классный салют. Да. Так. Круто. Я сегодня тут тоже второй раз. Расцветали! Сейчас зажжем тоже свой факел. Будем делать шествие. Да что-то не очень. Разгорайся, ёпты. О, моя машина. Шеф, и у меня. О, идем. Спасибо. Только вот так ровненько. Днём победы! Вот так вот весело, видите? Ура! 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 Ну что, разгорается? Главное кричать. О, видишь, такой сами сделали. Вот такой. Большой, хватит точно на все. Ну что, тушу, да? Что, даже нифига? Ну, не было фокуса. День Победы! День Победы! День Победы! На паузу, жми. Паузу, а потом продолжим. Сейчас, чуть-чуть. Вот такое вот факельное шествие. Смотрите, какая тут красота. Красота неописуемая. Это здесь нужно побывать, и это нужно увидеть. Ой, фокуса что-то нет. Ни на кого мы не фокусируемся. Вот, смотрите. Сейчас там дойдем на гору, и будет салют. Большой, красивый салют. Я его, конечно же, сниму. И посмотрим, что из этого получится. Ура! Ура!
Включи фонарик, а уже не включишь.